esimene esineja on professor Olga Janusk , kellega ürituse korraldajad on olnud juba pikaaegsetes kontaktides . tal on kaks doktorikraadi füüsikateadustes ja usuteaduste pedagoogika alal ja ettekande . Тема он вэймалик вабадусэта, я вабадус вастуттусэта?» Пожалуйста. Благословите, Владыка. Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры. Я сегодня попытаюсь поразмышлять вместе с вами на тему ответственности и свободы. И если мне хватит времени, я расскажу, как это происходит при становлении личности ребенка. То есть вот как у него может нарабатываться или не нарабатываться ответственность и, соответственно, свобода. На мой взгляд, наиболее полно эту тему можно раскрыть, используя, используя, евангельский эпизод о Гадаринском бесноватом. Помните, Гадаринский бесноватый, который разрывал цепи, который жил в гробах, так как он не мог абсолютно ничего на себе носить, он все разрывал. То есть какой-то нечеловеческой данной бесами силы он рвал свои путы и в общем-то, бился в этих гробах, и вот он встречает Христа. И вы помните, он падает ему в ноги, и вот бесы, которые сидят в нем, уже бесы, они, естественно, не бесы его подвигли к тому, что пасть в ноги Христа, но когда он пал в ноги Христу, бесы начали кричать, зачем ты мучаешь нас, отпусти нас. И просят, чтобы он позволил им попасть в стадо свиней. И вот если говорить об одержимости, то, к сожалению, одержимость бывает вот такая ясная, бесовская, когда человек действительно беснуется и всем ясно, откуда эти причины. Но одержимость бывает и другого плана. Одержимость бывает, к сожалению, тогда, когда человек пристрастился к наркотикам, тогда, когда он пристрастился к алкоголю. Ну а вот нашего времени страшного вида одержимость ⁇ это пристрастие к экрану. И вот, в общем-то, очень многие духовные ли лица сейчас говорят и утверждают, что поврежденность у экрана, она, в общем-то, тоже одержание. То есть вот повреждены не только какие-то физические структуры, скажем, структуры мозга, структуры восприятия и так далее, но поражена сфера и душевная, и, что самое... Uh, страшная духовная сфера. И вот излечение человека, чтобы произошло, нужно исцеление в первую очередь духовной сферы. Можно okay. Ой, извините, я забыла совсем. Kui me räägime isiksuse kujunemisest, vabadustest ja vastutusest, äh, <laughs> siis äh, väga hea on tegelikult tuua selle kohta näide ka Markuse evangeeliumist alistatu kohta , keda teemanid ja kurjad jõud piinasid ja ta kohtab Jeesust , langeb Jeesus , et ja need , kes teda on ahistanud ja piinanud nagu paluvad , ennast lahti lasta , vabastada ähm, . alistatud võib inimene olla teemonite ja kurjade vaimude poolt , aga tänapäeval võib seda teha ka alkohol , narkootikumid ja ka arvutiekraanid ja muude tehniliste seadmete ekraanid ähm, praegu ka usuteadlased räägivad sellest , et ekraan alistab inimest , alistab tema aju , hinge ja vaimu ja seda ka lastel ning eriti isegi lastel . või täiesti või me praegu kujutame sinna üles laieni . общества, молодого общества. Если раньше расслоение было на группы аристократы, и простолюдины, и потом богатые, и бедные, то сейчас фактически расслоение идет на тех детей, которых уберегли от воздействия компьютера и экрана, и тех, которым Экран всунули, когда он еще был маленький, чтобы он не мешался, чтобы он не отвлекал взрослых от собственного сидения экрана. И вот с этим экраном он растет, развивается, хотя развитие его, безусловно, ущербно, и вырастает. Я сейчас не буду останавливаться подробно на тех дефектах, э, которые возникают и в развитии мышления, и в развитии восприятия. Это отдельная тема, но, в общем-то, всем понятно, что это очень-очень большая проблема современного общества. jaa . tavainimeste vahel . praegu on uued jagunemised , need inimesed , kes on pidevalt liimitud ekraanide külge ja nende vahel , kes ei ole seda . täpselt nii on ka lapsed sageli ekraanide juures . ja ma ei hakka detailselt rääkima sellest , mida lapse ajule , mõtlemisele ja tajule need ekraanid Девать, девать, а, а, сендиада, et curious, в настоящее время даже появилось достаточно большое количество молодых людей в возрасте даже до 40 которые ничего не делают, нигде не работают, не женаты, ни с кем не общаются, просто сидят в комнате и вот общаются в социальных сетях, смотрят какие-то фильмы и так далее. В Японии даже специальное слово Выработана для того, чтобы назвать такого рода молодых людей. Их называют хики -камори. И вот такие люди, их еще называют э, года, э, э, детьми, точнее, не, не, называют поколением 30-х годов, но 30-х не 1930-х, а 2030-х. Почему? Потому что сейчас они полностью содержатся за счет взрослого поколения за счет более старшего поколения. В Японии таких примерно 10%, уже представьте себе, это же самый, самый, э, самый продуктивный возраст, вот где-то с 20 до 40. Это возраст, когда как раз вот молодые люди должны что-то найти в жизни, что-то совершить, очень активно трудиться. А вот 10% не молодых людей, а 10% населения. В Японии можете себе представить какое-то огромное количество. Вот они сидят за своим компьютером в комнате, и они абсолютно уже потеряли возможность общаться. Они не выходят из комнаты, они не ищут работы. Они вот живут за, старших, за счет старшего поколения. А почему их называют детьми 30-х годов? Потому что вот где-то в 30-е годы начнет умирать старшее поколение, которое их сейчас содержит. И вот пока японцы как-то так не знают даже, что с ними делать, потому что, ну как-то, а что с ними сделаешь? Вот они ничего не хотят. Вроде как свобода нельзя их заставлять. Старшее поколение их тоже свободно содержит. Сами вот как бы согласились с этим и содержат их. Но вот к, к 30-м годам старшее поколение начнет умирать которые их содержат. Вот что тогда будет? Но ну, пока вот большой вопрос для всего общества. Но я думаю, что для педагогов больше вопрос представляет не то, что вот делать, когда будут умирать старшие, а то, что делать, чтобы среди наших детей не появились такие э, хи, хики-камори, чтобы наши дети вот так не заперлись в эти комнаты и не, не стали вести какой-то такой вот страшный образ жизни, то есть, ну фактически нечеловеческий образ жизни. praegu on väga palju ühiskonnas ja erinevates riikides selliseid noorema põlve inimesi , neid loetakse kuni neljakümne aasta vanusteks , kes ei tööta , kellel pole peret , kellel ei ole mingeid huvisid ja nad istuvad ainult arvuti ees , nad istuvad ainult sotsiaalvõrgustikes vaatavad Youtube'i filme ja Jaapanis alates ja see termin on nüüd levinud ka mujal maailmas , on hakatud selliseid inimesi nimetama hikikamore inimesteks . ja on veel teine nimetus , et see on kolmekümnendate aastate põlvkond . siin kolmekümnendad aastad tähendab seda , et aastaks kaks tuhat kolmkümmend kuskil selles piiris hakkab hakkavad nende inimeste , nende arvutisõltlaste vanemad surema . ja mis siis edasi saab , praegu need vanemad nagu vabatahtlikult peavad üleval oma selliseid täiskasvanud noori lapsi , kes millegi muuga ei tegele kui ainult arvutitega . Jaapanis loetakse , et selliseid arvutisõltlasi on juba kuskil kümme protsenti Jaapani elanikkonnast , aga see on tõeliselt suur arv . tegelikult vanus , inimese vanus kakskümmend kuni nelikümmend , see peaks olema kõige aktiivsem , kõige loomingulisem , otsinguterohke aeg , aga need arvutisõltlased ei välja üldse toast neid mitte midagi , ei huvita ainult arvutit . ja kui nüüd tõesti selliste sõltlaste , arvutisõltlaste vanemad ükskord kaovad siit ilmast , mis siis edasi saab nende inimestega , keegi ei oska praegu öelda . õpetajate , pedagoogide jaoks on muidugi laste puhul kõige olulisem see , et meil selliseid lapsi ei tekiks , kes Кувит-Вадайнулт, Экраны, Тести Заметим также, что богатейшие айтишники, которые живут в Силиконовой или другими словами, Кремниевой долине, по-разному переводят это слово, для своих детей совершенно не используют новейших технологий при обучении. То есть у них обычные доски. nagu kadur , kui nad , kui nad rääkisid , siis teadis , et ja nii , aga nii . ja tasub märkida , et suured IT-kurud , kes elavad Silicon Valley's , Räniorus , Californias , Ameerikas oma laste juures ei kasuta neid igasuguseid iPada ja , ja arvutitahvleid , Nemad kasutavad musta tahvlit ja kriiti , nii nagu meie oleme sellega harjunud oma koolides kunagi . Причем существуют уже люди среди этих айтишников, например, Клиффорд Столл, он считается одним из родоначальников интернета, который даже несколько книг написал о том, как плохо воздействует компьютер, экран на ребенка. Себя он называет эритиком, и вот он писал о том, что он не, не знает более неподходящего места для компьютера, чем детский сад и начальная школа. То есть он говорит, что вот особенно в младшем возрасте ни в коем случае не нужно допускать детей к экрану. А себя он называет еще и ретиком, потому что он идет против течения. И еще он пишет о том, что сейчас вот такое внедрение компьютера в школы идет из-за того, что там задействованы очень большие деньги. Представляете, сколько надо денег, чтобы компьютеризировать школу. И, конечно, вот те компании, которые производят компьютеры, они всячески лоббируют введение компьютера в школы, и так как mitte keegi tammužid , siis neist nii seda pressuust või vot kus see želiin on , näe , see täiesti sõnu üldse sa luužniku me võtame kihudsegi protsessi . Clifford Stool , keda peetakse ka interneti isaks ja loojaks , on kirjutanud mitu raamatut selle kohta , kuivõrd kahjulik on lastele arvuti ja , ja arvutiekraan . ta on rääkinud sellest , et lapsi , väikseid lapsi lasteaedades ja algkoolides mitte mingil juhul ei tohiks panna arvutit ette istuma ja lasteaedades ja algkoolides ei tohiks üldse olla arvuteid kasutusel õppeprotsessis . Clifford Soul ise ujub nagu vastu voolu , kuigi ta on arvutimaailma inimene , aga praegu ta püüab igati näidata , kuivõrd kahjulikult mõjub inimese tervisele arvuti . ja ta on ka sellest rääkinud , et praegu on küll väga suur surve , et kõik koolid ja ka lasteaiad võtaks muudkui endal arvuti kasutusele õppetöös , aga tema märgib , et selle kõige taga on väga suur raha . sest kui kool endale soetab uhke ja kaasaegse arvutipargi , see maksab väga palju raha . ja arvutitootjad lobistavad selle nimel , et need rahad hakkaks liikuma ja loomulikult neile soodsalt mm . -hmm. no , no igasuguse perioodil nõus , aga Ivangiskim , Ivangiliskem koma episoodi ma põmin , mõistoa adirži , me äh, faktiitski prantslased , saab nagu amhriista То есть он ощущает ответственность за свои грехи, он ощущает, что вот а, то, что в нем, это вот то, что, с чем нужно бороться, он не видит в себе этой силы, но он бросается к ногам Христа. И вот эта ответственность за свои грехи, она делает его свободным. Точнее, не она, а Христос, который в ответ на его шаг изгоняет из него эти, этот бесовский легион. kui nüüd tulla tagasi evangeeliumi episoodi juurde , siis see alistatu viskub Kristuse jalge ette ja ta on valmis oma patu kahetsema , oma tegude ja süü eest vastutust kandma ja seeläbi Kristus vabastab ta ahistajatest . И он становится свободным в самом высоком смысле этого слова, потому что он готов уже идти за Христом, но Христос ему дает очень сложную задачу. Он велит ему остаться в этом селе, в том селе, которое, как вы знаете, выгнало Христа после этого эпизода со свиньями. И вот в этом селе проповедовать Христа и проповедовать то, что Христос с ним сделал. Там. tahaks tasapabaks ja ta tahaks järgneda Kristusele , minna temaga koos , aga Kristus annab talle raskem ülesande jääda samasse külla , kes viskas ka Kristuse välja pärast seda tegu , jääda sinna küll külla ja hakata nagu valgustustegevusega tegelema . И он идет и проповедует, хотя понятно, что его проповедь наверняка сталкивается с очень сильным неприятием ее. Во-первых, только что Христа, который совершил это исцеление, изгнали это из этой деревни. А с другой стороны, всегда даже, вот о Христе, даже Христос сам сказал, что не славен пророк в своем отечестве. То есть соотечественникам принять что-то от своего соседа крайне трудно. И тем не менее, не боясь вот никаких нападок, может быть, даже каких-то избиений, которые должны были впереди его ожидать, он идет и проповедует. То есть он уже освободился, и он может поступать так, как велит ему Христос. ja ta tegeleb jumala sõna levitamisega . see on raske töö , sest see ümbrus on tema suhtes vaenulik . ja me ju teame , et ükski prohvet pole kuulus ka omal maal , aga ta jätkab tegevust , sest tema tunneb ennast piisavalt vabana . Если же говорить о наших детях, то вот вчера уже было сказано, что в настоящее время им действительно может помочь встреча с живым Христом. И вот если бы они могли припасть ко Христу, если бы они могли действительно вопиять ко Христу по-настоящему, то это единственное могло бы их по-настоящему исцелить. Ei, да, tõeliselt elava Kristusega . see kohtumine võiks saada nende jaoks valgustuslikuks ja muuta nende elu . И я могу свидетельствовать, что дети, действительно, мой личный опыт общения с детьми свидетельствует о том, что дети действительно нуждаются в Христе. Вот я достаточно часто, бывает, провожу уроки в каких-то из светских школ Москвы. Причем на урок по православной культуре в класс собирается человек 30 детей. Ну вот те, кто ведут занятия с детьми, понимают, что это достаточно трудная задача. А одна однажды даже было так, что вот я пришла в школу, в этой школе учатся мои собственные внуки, поэтому мне интересно, и сказала, что я могу провести урок в том классе, где учатся мои внуки. Они мне сказали, да вы знаете, а мы вам больше дадим, вы проведите урок, уроки по всей параллели. Но по всей параллели, то есть а там у них в параллели 6 классов, проводить было достаточно сложно для меня, для меня я об этом сказала, что вот, ну, вы знаете, конечно, все это хорошо, но у меня там лекции и прочие-прочие дела, я не могу так много времени ja ma võin ise tunnistada seda , et oma isikliku kogemuse põhjal tunnistada seda , et lapsed tõesti vajavad kristlust , vajavad kristlust . ma võin seda kinnitada ka omaenda kogemusest , kui ma olen Moskva koolides andnud tunde usuõpetuse kohta ja ma olen seda teinud seetõttu , et selles koolis , kust ma alustasin , käis ka minu lapselaps ja, laps ja paluti tema klassis loenguga esineda , ma olin nõus . hiljem juba ei olnud ja , aga võtke kõik paralleelklassid , aga kuus paralleeli , kõiki lapsi korraga õpetada , õpetajad teavad , kui raske on . kui raske on ka olla klassi ees , kus on kolmkümmend last ainult sees . И тогда добрая завуч говорит, ну, знаете, раз у вас нет времени, мы тогда можем всех собрать в актовый зал, и вы проведите сразу всем. Ну вот, что такое актовый зал и что такое урок в актовом зале, в котором еще 180 человек, детей 4 класса набилось, педагоги понимают. У меня есть к моим учебникам рабочие тетради, которые я обычно даю, они выполняют какие-то задания, они на чем-то думают, проводят какие-то линии, их руки заняты, и у нас хорошая дисциплина. А тут представьте себе, актовый зал, никаких парт, на 180 человек у меня, конечно, нет рабочих тетрадей, то есть вот я и они... И все. Ну и, конечно, я безусловно молилась, когда пришла на этот урок, и надеюсь, что Господь мне помог. Я mulle tehti küll ettepanek , et võiks ka järjest erineval ajal eri klassides need tunnid läbi viia , aga ma ütlesin , et ma olen nii hõivatud inimene , kahjuks ei ole see võimalik nii mitu korda käia koolis . ja siis õppealemijuhataja tegi suurepärase žesti , ütles , aga kogume kõik kuuenda klassi , vabandust , neljanda klassi õpilased , kõik paralleelid kokku koolisaalis ja te saate ühe tunni korraga anda kõigile aga see tähendas sada kaheksakümmend inimest . suur saal , see oli tegelikult päris ränk kogemus , ma palvetasin enne seda tundi , sest ma sain aru , kui keeruline on sellise tunni läbiviimine nii paljude laste ees . sest kui ma tavaliselt klassis seda tundi annan , mul on olemas vastavad õpikud , vastavad töövihikud ja on hea distsipliin klassis aga saalis , kus ei olnud mingeid laudu öö, õpikuid , ei olnud ka nii palju , et kõigile jagada , seega see tund oli päris ränk kogemus . aga üllatavalt hästi läks tegelikult see tund seetõttu , et oli tunda lapsed , Но к сожалению, я знаю, что вот в тот момент, когда я была с ними, они готовы были встать и идти в церковь, готовы, готовы были преподать ко Христу, но Христос все-таки требует свободного движения, свободного осознания ответственности. И вот на это у них уже нет воли, понимаете? Хотя эти дети, безусловно, не были крайним вариантом, то есть это не были дети, которые все время сидят за экраном, то есть они чуть-чуть затронуты экраном, но тем не менее воля у них очень уже страдает. И вот собрать себя так, чтобы кинуться к ногам Христа, у них не хватает сил. sellel hetkel , kui ma seda tundi andsin , oli tunda , et need lapsed olid valmis nii-öelda heitma ennast Kristuse jalge ette , minema kirikusse . aga Kristus nõuab vaba tahet ja seda vaba tahet siiski ka nendel lastel , kes ei olnud mingid arvutisõltlased , nad küll ka tegelesid arvutitega , aga mõõdukalt . Aga seda vaba tahed, ei olnud. И тут, безусловно, нужна молитва за них, молитва, которая позволит им на духовном плане и äh, э, избавиться от этой одержимости, на духовном плане действительно стать свободным и прийти к Христу. Я, то есть натурная ja et nende То есть, если возвратиться, к, к, евангельскому эпизоду, мы еще раз можем вспомнить, что осознание одержимым ответственности за свои грехи, за свое состояние, приводит к тому, что он прибегает к Христу и делается в высшем смысле этого слова свободным. Я, ja, alistatud inimene , ta tunnetas oma süüd , ta võttis oma patud omaks ja see läbi jõudis ta läbi vabaduse Kristuse juurde . tõesti , ehk siis vabadus nõuab ka vastutust . no tegust rannislimabiaži spuuni kaks juurde preiss hadi lõpp . Мы можем себе представить, что, естественно, темная сила не хотела, чтобы этот вот одержимый человек падал к ногам Христа. И, безусловно, вот некоторая доля свободы, именно данная Христом, который пришел в этот мир, у него была. То есть вот эта свобода, которая есть у нас потенциально, так как Христос пострадал за нас, она все-таки предшествовала этому осознанию ответственности и вот этому действию, которое повлекло дальнейшее освобождение. liin ja sellesamas episoodis on ju ka need tumedad jõud , kes ei tahtnud alistatud vabaks , ann- anda . aga kuna Kristus on kõigi meie eest kannatanud , siis meil kõigil on tegelikult juba see väike vabaduse osake olemas , mis aitab meil jõuda к Христу заюрте и чувствовать такую истинную свободу. То есть для ответственности тоже нужна свобода, как и для свободы нужна ответственность. Это, эти два качества человека неразрывно связаны. Эхка, ответственность нулаб как свобода и чувство, и свобода и чувство нулаб ответственность. Эти умадусед очень тесно связаны. Рассмотрим теперь становление ответственности и свободы, свободы в детстве. Я рагим на нюд селест, куйдас вабадус и вастутус ареневат вэлья лапсепульвес. Ответственность ребенка начинает формироваться уже в дошкольном детстве, <coughs> так же Lapse, как и его свобода. Лапсе вастутус тунне хаккаб вэлья куйнема юпа варазес лапсепульвес эльгульеас nikakor, na kuti ima vapatosti. А, такая вот, э, такое страшное состояние детей, которое мы наблюдаем, когда они пристрастились к гаджетам и не, не могут от них оторваться, очень часто обусловлено тем, что вот в этом младшем их возрасте, дошкольном, родителям не было по большому счету до них дела, потому что родители сидели в собственных соцсетях, у них были какие-то свои заботы, может быть, они зарабатывали деньги, а на ребенка у них не хватало силы, поэтому вот этот гаджет, ja me näeme praegu väga laialdaselt seda , et lastel on juba väga varajasest eas igasugused tehnilised vedinad kätte antud ja istuvad nad ekraanides . Nad on sellega harjunud seetõttu , et vanematel , kas Pole olnud aega lastega piisavalt tegeleda või vanemad on ise istunud ekraanide ees ja sotsvõrgustikest pidevalt käinud või nad on tööga olnud nii hõivatud , et jällegi lapse jaoks pole olnud aega , sest vaja on raha teenida . Между тем, чем младше ребенок, тем больше он нуждается в человеке, потому что никакой даже самый совершенный прибор человека не может заменить. И общение с человеком идет не только через вербальный канал, но и по, по очень глубоким каналам, которые содержит душа каждого человека. По невербальным каналам мы передаем свою любовь, свое, свое хорошее отношение. Мы действительно учим детей жить. noorest , heast vajab laps kindlat suhtlemist inimesega , teise inimesega . ta vajab verbaalset suhtlemist , sõnalist suhtlemist , aga ka mitte verbaalselt nii-öelda hingelist , mõttelist suhtlemist läbi selle Laps armastuse, teiste tunde. Дети используют личное взрослого как каркас, на, котором, на который они могут опираться для того, чтобы расти внутренне сами. И именно вот, опираясь на взрослого, они могут приобретать какие-то свои собственные личностные необходимые им качества. täiskasvanud inimest nagu mingit tuge , karkassi , mille näol laps saab ise edasi areneda , võttes täiskasvanult selle abi ja parimad omadused edasi . Психологическая задача дошкольного детства является разрушение эгоцентризма, потому что двухлетний ребенок максимальный эгоцентрик, ему кажется, что солнышко встает для него, деревья качаются для него, ветер дует для него, все для него. И вот, чтобы взять на себя ответственность за других, он должен освободиться от этого эгоцентризма, и вот в здоровом, при здоровом развитии, при нормальном развитии это происходит как раз в дошкольном детстве. eelkooliealiste psühholoogia üks väga olulisi ülesandeid on saada jagu lapse egotsentrismist . näiteks kaheaastane laps , tema arvates kõik toimub ainult tema jaoks , päike paistab ainult talle , lilled kasvavad ainult talle . aga eelkoolieas juba enne kooli on väga oluline sellest , И вот в этом возрасте необходимо, чтобы вместе со взрослыми этот э, ребенок помогал другим, заботился о других. Необходимо, чтобы у него был какой-то небольшой свой участок, за который именно он отвечает, несет ответственность. Потому что если он не сделает то, что он должен сделать, плохо будет всем близким, плохо будет всей семье. midagi teeks , aitaks kedagi , aitaks täiskasvanuid , hooliks kellegi eest , et tal oleks mingisugune kindel ülesanne , mingi kindel valdkond , mil , mille eest ta vastutab ja ta peab tunnetama , et kui ta jätab oma ülesande , oma töö tegemata , siis keegi kannatab selle tõttu . ja see on niiviisi , mis too Ребенку радостно трудиться вместе э, со взрослым ради других. То есть это вот э, практика, педагогика, психологическая показывает, что когда ребенок в этом возрасте трудится вместе со взрослым, ему это необыкновенно радостно, если этот труд осмыслен, если действительно он делает доброе дело. Я, что это

on lapsel välja kujunenud see võime näha seda , et ka tema peab midagi tegema . ta peab midagi teiste heaks tegema , ta peab teisi aitama ja ka vastutama millegi eest . И тогда фактически ребенок приобретает и свободу, свободу в том смысле, что он уже не, пос... не слушает свои какие-то внутренние капризы, а я хочу вот это, а я хочу то, а я хочу еще что-то. А он действительно свободен отказаться от чего-то, отказаться во имя более высоких целей. И вот заметьте, это необыкновенно важно наработать умение отказаться от чего-то сиюминутного ради высоких целей. ja läbi sellise tegevuse saab laps ka vabaduse , ta saab vabaks oma kapriisidest , et ma tahan seda , ma tahan toda ja seda ma ei taha ja teist ma ei taha . laps õpib ka keelduma millestki millegi teise nimel , see on väga oluline . нам часто очень кажется, что маленький ребенок, да что там от него хотеть, да его нужно развлекать, да пусть он там поиграет и так далее. Но на самом деле дошкольник уже очень многое может. Вспомните рассказ «Честное слово» о том, как маленький мальчишечка стоит на часах и стоит, и стоит, пока вот, хотя уже сгустилась тьма, хотя уже все разошлись, так как все про него забыли, но он стоит, пока его не освобождает какой-то там более высший офицерский чин, чем muud väike laps , sageli mõeldakse , et no mis tast ikka tahta ja mis me talle anname ülesandeid ja , ja nõuame midagi , las ta mängib , las ta jahud eh, , lahutab meelt . see ei ole õige ja võib meelde tuletada jutustust ausõna , nice kus väike poiss eh, seisab eh, kella peal ja ei lahku sealt . ja juba hakkab pimedaks minema , kõik on teised läinud ära , aga tema seisab tema , tema on andnud nagu nagu sõna , et ta peab seal seisma ja lõpuks siis ikkagi keegi päästab ta sealt ära . ja tõs- provodili tagu eksperiment , što tõtti noh , istis nati sõusle , katooriumi , Ani- , и не просить игрушки, хотя, может быть, им очень хочется, чтобы им купили какие-то игрушки. Так вот, психологи свидетельствуют, что они действительно приходили в магазин и не просили, чтобы им купили игрушки, хотя приходили с родителями. И так им хотелось игрушек, что они даже иногда плакали. Но, тем не менее, они все-таки держали свое слово, что вот они не будут просить этих игрушек. То есть, на самом деле, дошкольник да, очень серьезный человек, и он очень многое может. on tehtud ka selline eksperiment , et täiskasvanu , keda laps usaldab , tavaliselt on see lapsevanem . et selline täiskasvanu sisendab lapsele , et kui läheme poodi , sa ei hakka nuruma , et peaks ostma mänguasju , kuigi lapsele väga meeldiks saada mänguasju . ja , ja nüüd see usaldusväärse täiskasvanu sisendamine ja palve see mõjus väga tugevalt ja , ja lapsed olid poes , mänguasju oli seal palju , neid oleks väga tahtnud saada endale , aga laps oli , oli lubanud , et ta ei hakka nuruma ja , ja ta ei teinudki seda poes , kuigi isegi võib-olla pisarad jooksid , aga ta oli andnud oma lubadusse , et ta ei hakka mänguasju nuruma . nii et ka eelkooliealised lapsed , nad on juba väga tõsised inimesed ja , ja nad suudavad väga paljudki juba teha . А альтернативой такому развитию будет Развитие, которое велось в рамках удовольствия для детей, то есть вот он играл, развлекался, возможно, сидел с гаджетом. И тогда, понимаете, он не научился владеть собой, он не видит других людей, он видит только свои желания. А желания таковы, что они никогда не могут быть до конца удовлетворены, что бы ему ни дало, ему всегда захочется еще чего-то. Но и так как родители все-таки не бесконечная корзина, из которой бесконечно может черпать, в какой-то момент ему все-таки приходится говорить нет. И тогда начинается истерика тогда начинается вот как раз то что является ну, своего рода уже в небольшой степени одержимостью то есть вот, является пленом вот этих духов духовных страстей которые уже начинают овладевать ребенком. то есть фактически он лишается свободы я ja, альтернатив. võimalus ainult mängida , ainult iseendaga tegeleda , ainult meelt lahutada . Nemad ei näe üldse teisi , ei näe teiste vajadusi , ei oska iseenda soove talitseda . Neil tekivad aina uued soovid , ikka rohkem ja rohkem tahavad nad saada ja vanemad annavad alla ja annavadki ikka rohkem ja rohkem , aga ühel hetkel saab võib-olla raha otsa ja võimalused otsa ja siis hakkab lapsel hüsteeria . ja ta ongi siis see alistatu , kelle on alistanud nii-öelda erinevad sööstud , ihad ja soovid . Ну вот, К сожалению, мое время заканчивается, поэтому я о следующем возрастном периоде скажу только очень коротко. Заложенное в дошкольном возрасте прорастает в подростничестве. Мы все знаем, что с подростками, как правило, много проблем, в том числе и в семье. Однако и семьи, когда именно в подростничестве в ребенке вдруг прорастает какая-то необыкновенная заботливость об остальных людях. Фактически это прорастают семена, посеянные в дошкольном детстве. Ну а о том, как вот, какие особенности имеют подростки, я уже, к сожалению, не в состоянии буду сейчас сказать. Но единственное, чем я хочу закончить свой доклад, это тем, что дети очень нуждаются в нас. И пока с детьми будут те люди, которые о них молятся, те люди, которые действительно готовы быть каркасом, чтобы ребенок возрастал в своем духовном развитии, с ребенком будет все хорошо. И вот проблемы начинаются там, где дети оставлены кем-то. И, безусловно, если мы хоть какому-то ребенку, хоть сколько-то можем помочь, ну, наверное, это очень замечательное дело. И вот замечательно, что в этой школе, где мы сейчас присутствуем, такое делание совершается изо дня в день. tahaks veel mainida seda , eelkooli iga läheb edasi teismelise heaks ja kui eelkooli eas ei ole õieti last hakatud kasvatama , teda õiges suunas suunatud , siis teismelisena tekib väga palju probleeme . ja on aga ka neid hetki , kus teismelisel järsku võib välja lüüa hoolivus teiste suhtes , nii-öelda varases lapsepõlvest see seeme , mis istutati , hakkab nagu idanema , hakkab vilja kandma . lapsed vajavad meid täiskasvanuid , kes suudavad nii-öelda lapse vaimset arengut suunata , see oleks väga hea , aga probleemid algavad siis , kui laps on jäetud üksi , kui tal ei ole seda abistavat täiskasvanut kõrval . ja väga tore , et see kool , kus me siin praegu oleme , on öö, ulatanud lastele öö, selle abistava käe . väsi , muuseas nii mõnus . А Вот разрешаю задать один вопрос. Люботак да. ну, а так усилий сосиска, mm -hmm. да. Uh -huh. Владимир, Владимир, пожалуйста, я сам психиатр, поэтому я задам со своей точки зрения uh -huh. один вопрос. Свобода э, тех, кто устроил такую сцену детям, которые не брали и при этом плакали. Она несла ответственность за то, что у этих детей, скорее всего, будет обеспечена психосоматика в будущем. Вы знаете, это делается еще в советское время. Это вот Бажович вы, наверное, знаете, этого психолога, специалиста по возрастной психологии, как раз, с ее учениками осуществляли этот эксперимент. Но так как я не психолог, я, конечно, увлекаюсь психологией, но не психолог. Но профессор Бажович имеет достаточно большой авторитет. Я думаю, что там с этим экспериментам все было хорошо то есть там все было продумано есть, через 10 лет у этих детей нет. по крайней мере я не знаю о таких последствий думаю что наверное не было потому что на самом деле вот знаете я много общаюсь с детьми причем когда-то у меня ну то и сейчас я принимаю участие в воскресной школе но когда ты руководил воскресной школой, где были дети с трех аж до 30 лет. И вот все возраста, которые в этой школе были, это были мои дети, я с ними очень хорошо была знакома. И вот я знаю, что ответственность, которая нарабатывается в дошкольном возрасте, она ничего плохого не несет. Никакой психосоматики. А вот если им дать, так сказать, на ушах стоять, то тогда психосоматика появится гарантированно. Нет, ты симуляционный Vozovitši poolt läbi viidud eksperimendist nagu vabaduse ja vastutuse omavahelisest seosest ja psühhosomaatilistest tagajärgedest . lektor järvates selle eksperimendi käigus tegelikult kõik tehti õieti ja

нет, Ну вот еще и могу сказать, мои собственные дети, с которыми я дружила и с которыми я не расставалась в дошкольном возрасте, когда ходили к зубному врачу, они никогда не плакали, потому что мы, ну они терпели, я им говорила, что надо потерпеть, вот это будет больно, но надо потерпеть. Они терпели и не плакали. Но это не вызвало никакой психосоматики, вот это я точно... гарантирую. ja võin öelda omaenda laste kohta . ma tegelesin lapsepõlves nendega väga palju , olin nendega koos ja näiteks , kui me hambaarsti juures käisime , kuigi oli valus , siis minu lapsed kunagi ei nutnud . Nad küll kannatasid selle kõik välja ja mingit ka psühhosomaatika probleeme ei tekkinud .